мы тоже вынесли предложение о том, что военнослужащие не имеют права голосовать, ну, принимать срочная участие, служба. Срочная служба не имеют права принимать участие в муниципальные органы. Я сейчас объясню почему. Законодательное собрание губернатора Севастополя и депутатов Госдумы по одномандатному округу. Да. Почему? Потому что на сегодняшний день у нас военнослужащие срочной службы служат один год. Призываются они из других регионов России. Депутатов мы избираем на 5 лет. Раз. Второе. Значит, мы подняли закон о выборах СССР. Военнослужащие тогда принимали участие в выборах по двум причинам. Первое. Они голосовали за своих кандидатов. Тогда при Советском Союзе военнослужащие имели право быть депутатами районными, городскими и депутатами Верховной Рады и там республик. Да. На сегодняшний день, согласно закону Российской Федерации, военнослужащие не имеют права быть депутатами. Поэтому мы считаем, и мы на этом настаивали и настаиваем о том, что военнослужащие, если они хотят принимать участие, пусть принимают участие в тех регионах, с которых они были призваны. Если нам сейчас говорят нарушение прав, лишение прав, ребята, давайте мы тоже. И Единая Россия, я разговариваю, не должны занимать какие-то посты в городе вообще. Больше, чем в Севастополе принято. То есть у нас уменьшили, мы все делаем.